Усадьба Дубровец в одноименном поселке, это город Подольск. Здесь вы увидите церковь и восстанавливаемую колоколю, как и саму усадьбу, ресторан, который находится здесь. Многие постройки сохранились, есть парк с свободным доступом, но в саму усадьбу не войти. Поэтому можно осмотреть только внешние ее параметры. Везде достаточно тепло и красиво. Есть описание места, ну, по крайней мере, храма на стендах. И вообще достаточно приятный вариант для прогулок летних и, возможно, даже осенне-весенних. Везде много зелени, все аккуратно, имеется бесплатная парковка. Уникальная архитектура и более классическая в самом помещении усадьбы. Так что смотрите, наслаждайтесь. Спасибо вам за внимание. Ждите новые обзоры и много интересного и любопытного по городам нашей страны и не только. Усадьба Дубровицы, храм в городе Подольске. Будет.